Доброе утро, друзья, подписчики. Мы приветствуем вас. Сегодня у нас очередное приключение. Мы находимся сейчас в городе Зеленодольск. Ждем паромную переправу, чтобы перебраться на тот берег и кое-куда съездить. А куда? Я вам сейчас расскажу. У нас недавно образовался один провал в поле, на что аграрии в новостях сообщили. И там существуют и ранее старые провалы карстовые с озерами. И вот мы едем в это место, чтобы воочию посмотреть, что это такое, как оно выглядит, и покажем все это вам. А сейчас, пока мы ждем паром, Вакай немножечко хочет попить, освежиться. У нас сегодня тепло, 20 градусов. Ну что же, всем хороших прогулок вместе с нами. Там болотина, я даже не знаю, слышно, нет вам. Почти до места еще не доехали, а приехали вот на возвышенность. Хотим посмотреть на город Зеленодольск. Смотрите. Там еще снег лежит, смотри. Вака, нельзя. Не бойтесь, он не кусается. Вака! Вакаха, пошли. Сына, иди сюда. Снег еще лежит, теневая сторона. Это снег? Это снег. Он прибежит и... Смотри, смотри. Пусть побегает. Он у меня раз уже ездил так. Там, где... Холмы там ездили, он тоже бегал. Он никуда не убежится. Он сам боится нас потерять. А, ну он же сам решает, как мы ему. Видишь, он потихонечку. Он зигзагами. Да. Ну сходи. Оставь мне этот поводок. Я же не знала, что тут далеко можно. Бежит обратно. Лапа и так болела, да, еще как заболела. Ай, мальчику уже тяжело. Ну что, пойдем? Друзья, мы добрались до этого места. Здесь находятся карстовые провалы. Мы сейчас пойдем ближе. Там озера и пустоты в земле. Проваливается почва.
Обвал натуральный. Сходить страшно. Вот так карстовые озера и образуются. Вакай, ко мне. Да. Этот образовался совсем недавно. Осыпается постепенно. Главное, здесь мягкий грунт. Я понимаю, карстовые там прям, видишь, трещина вон туда уходит аж. Среди поля, правда. Такие дела. А здесь поле вокруг. Не глубоко, конечно, но опасно. Так, говорят, что будет еще проваливаться здесь. Вот еще одно озеро. Вакаха уже вон он. Все озера Вакины. Снега-то еще как. Водичка чистая, но глубоко здесь воронка. Татарстан очень насыщен такими местами. Иди, сына, к нему тоже. Не прыгай, а то уйдешь туда с головы. Огромный такой плотный слой. И Вакай вон тоже интересуется. Все хочет там что-то. Кто там, Вак? Упадешь и не выберешься.